Вот так вот. А вы смотрите Perpetuous Flame, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Papers, Please. Остановились мы, значит, на 28-м дне. Кольчанцы сошли с ума. Помним, да-да-да. Угу, переговоры под угрозой из-за меня. Ладно, пора на работу. Сейчас что-нибудь еще натворим. Декабрь, 20-е 1982 года. Ну? Да, Сергию уже увезли. Точнее, перевели. Что мне тут понаписывали? Инспектор, Министерство информации вынуждено реагировать на постоянные нападения, расширив программу изъятия паспортов. Во, это отлично вообще. Изымайте паспорта у всех въезжающих граждан Арстоцки. Исключений нет вообще. Не изымайте паспорта иностранных граждан. Слава Арстоцки. Да пожалуйста, Слава, ё-моё. Поехали. Первый пошел. Здорово, ты из Арстоцки? Из Арстоцки или не из Арстоцки? Из Арстоцки, изымаем. Так, у тебя вакцинация есть? Есть, в принципе, все окей у тебя? Да, все окей, давай, так. Нормально вообще, офигеть, 82 года, 3 года действует, хорошо, окей. Так, давай-ка теперь здесь. Ага. Дата рождения совпадает, 53 кило. Рост тот или не тот? Вроде тот, Орвин Воннер. Да, нормально, все, в принципе, окей. Давай, сюда, давай. Оп, чик, поехало, видишь, как все четко. Погоди. Нет, ты не в розыске, все нормально. Что это за справка, где паспорт? Он изымается. Как я дальше поеду? А позвоните по телефону справки, вам скажут, куда вам ехать и как надолго вам туда ехать. Еще и пинка дадут. А это не ты ли, часом? Ну ладно. Дипломатический представитель, да ты что? Ща, погоди. Дипломатический ты представитель. Совпадает. А здесь совпадает с этим? Хорошо. А это совпадает? Ну хорошо, а здесь она... Где тут у тебя имя? Алло. А вот. Кавас. Александра. Эх, что ты такое? Ты мне как-то в очках? Несовпадение, вот я ж думаю. У вас внешность изменилась, это старое фото. Да блин, да долго ты делаешь эти отпечатки. Давай сюда их. Ты даешь вообще, на! Получите, распишитесь, следующий. Давайте мне следующего. Знал, что все не так. Уда, как в прошлой серии, то что-то давненько я не арестовывал, как-то даже соскучился по этому делу. Так, и не попадаются мне эти кренделя. Я думаю, 90 дней. Подожди, что 90 дней? Я все прощелкал. Просто в гости на 3 месяца. Пак, подожди, разрешение на въезд. Какое нахрен разрешение на въезд? Это все объединено должно было быть. Алло, где оно там это? Документы. Справка о вакцинации, блин. Блин, не у всех что ли есть? Где оно должно быть, а? Гипстатус, блин. Что-то я не пойму. У них же там все объединено должно быть в одну. Что это за херня, короче? Что это за хрень? Да, я понял, очень рад. Уберись нахер. Зараза, вы мне вечно какую-то справка... Типа она не для всех, что ли, или как? Ладно, 25-12, короткие волосы, 85 кило, 79 рост. Хорошо, здесь что у тебя тут такое понакорябано? Она типа не всем выдается, я так понимаю? Не все ее сделали себе еще удобную справку. 3 года, 81 год, хорошо, окей. С этим разобрались. Здесь... Что у тебя здесь? Ну, допустим. Да давай уже. Хорошо. 84-й, тут 83-й. Хорошо. Дата. Неважно. Мужчина. Outer Grounds Энергия. Погодите-ка. Ну, да. Согласен.
Outer Grounds. Пропускаем тебя, что ли, мужик? Я вот серьезно не знаю. У меня такое ощущение, что сейчас штрафанут из-за тебя. Ну ладно, есть. Давай. Это было просто. Это было не очень просто. Сейчас мне явно что-то напишет. Но естественно. Отсутствие права на въезд. Пошла в задницу. Так, давай ты. Ты из Арстоцки, надеюсь? Во, право на въезд. А где оно? Где? Вот ты мне скажи. Это право долбанутое на въезд, а? Документы. Справка о вакцинации, а где остальное нахрен? Где это долбанное право на въезд? А вот оно! Нет, это право на убежище. Ладно, в задницу. Я не знаю, как на это реагировать. Давай тебя проверим. Посадим тебя, что ли? Там уже одна у нас сидит, ты ей составишь компанию. Может быть, даже совпадают. Полимели, 3 года, все дела. Хорошо. Так, Арбистран. Хорошо. Давай проверим это дело. Ага. И тут? А подожди, ты у нас не в розыске? Нет. Ну ладно. Первое. Так, тут хорошо, тут хорошо. Мужчина. Так, что за дела? Что это такое? Ну что это? Ну давай фоткайся быстрее. Давай быстрее только. Хотя они и так быстро справляются. Ну да ладно, мне пофигу. Голова маленькая. Ну, в принципе, похоже на то, что маленькая. И чё? Ну, женщина. И чё дальше? Ну? Ну и чего? Чё это такое, а? У вас проблемы с документами. Я не про это ничего не знаю. Да пошла в задницу. Я ж тебе говорю, ты пойдёшь сейчас к ней. К своей сокамернице, блин. Давай, следующего мне. Пройдёмте. Ещё бы повыпендривалась, так тюкнули бы. Молоточком. Так, привет. Справка о вакцинации. Я тебя сейчас конфискую паспорт. Сил у вас никакой. Что? Качай мышцы, ничего себе. Да вы просто кожа до кости, сил у вас не. Приходите, я вас подкачаю. Ну не надо, спасибо. Нормально, восточный грештин. Так, ну ты, наверное, хороший мужик, но мы тебя все равно еще прогоним. Давай. Ага. Да? Да ты что? Да ты что просто? Полиомиелит. Ты всего привит. Молодец. Молодцом просто. Так, дата рождения совпадает? Рост. Совпадает. Точно, что качок? Сколько весит при 170 ростом? Извиняюсь. Не туда. Да, хорошо. Так, Ванзеллинд. Подожди. Я не помню ни хера там. Где там наша Арстоцка, любимая? Так. Хорошо. Окей, значит, просто тупо изымем у тебя паспорт. Ты же у нас мужчина, правильно? Изымем паспорт. Да, ты сейчас только не пенсии сильно, хорошо? На тебе, на, конечно. Я обещаю, в большом городе вы станете больше. Это наша профессия. А он даже ничего, ни слова не сказал. Молодец. Просто вот идеальный. Проходишь. Так, ваши документы. Я здесь транзитом. Цель визита какая? Пару недель, не больше. Хорошо. Транзит 14 дней. Окей. Все бы так. Данные совпадают. Хорошо. А у тебя есть ожирение или что-то такое? Усы. Ладно. Было бы ожирение, я бы ему дал бы эту. Флайер. В качалку. Так, импорт. Энеке, да. Хорошо, а теперь вот так. Ага. Да ты нормальный пацан, я смотрю, да? Все, время вышло. Я только начал, блин. Ну ладно, ты нормальный мужик, короче, проходи. Энеке, импор. Ну хорошо, все нормально. На тебе. Пошел отсюда. Все, лавочка закрылась. Все, хватит. Я сказал, лавочка закрылась. Алло, ну что за дела? Они меня вынуждают перерабатывать просто. Что? Следующего надо вызвать? Он какой-то особенный. Привет, я тебя посажу сейчас. Нифига себе, сколько у тебя писанины. Мне дали работу. Блин, еще и работу ему дали. А, вот так вот, да? Давай. Бегом. Ну я не могу уже. Сука, он успел одного подстрелить.
Я даже ничего не успел сделать. Мне поздно дали оружие достать. Вы суки! Рабочий день прерван, блин. Конечно, мне даже не дали ни хрена этого самого, блин. Мерзнет он. Все, мерзнет, жрать не хочет. Премия за задержание. Хорошо. Собаки такие. Пойти спать. Мне поздно дали открыть эту хрень. ОФ, серийный убийца. Дети бежая, детей бежал из тюрьмы. Симон Венц, уроженец Арстоцки, возвращается домой. Нихера себе. Ну, мы запомнили его. У него голова как в шлеме. Пойти спать. Декабрь 21-1982. Ну, что мне тут придумали? Привет. А это не висит. Инспектор, да, что? А это? Давно не виделись. А это? Прочитайте сегодняшний бюллетень повнимательней. Мы побеседуем со многими сотрудниками. Ваше слушание совсем скоро, а я проведу его лично. Вам бояться нечего. А это? Работайте как следует. А я думал, надо мной уже ничего не висит, никакой дамоклов меч. Ну ладно. Так, внимание. Все государственные служащие будут подвергнуты тщательной личной проверке. Связь с незаконными формированиями является основанием для немедленного ареста. Ваше слушание назначено на 24 декабря. Не выезжайте из района своего назначения. Да пожалуйста. Продолжайте изымать паспорта у всех выезжающих граждан Арстоцки. Слова Арстоцки, блин. То есть, получается, все государственные служащие будут подвержены тщательной личной проверке. Ну ладно, давайте проверять. Цинулька, виси здесь. Виси на самом видном месте. Привет, цель поездки. Чё? Сюда приезжаю навсегда? Нифига себе навсегда у тебя. А ну-ка, давайте проверим, навсегда или не навсегда. Где ты тут? Ты у нас не числишься. Так, и эти двое похожи вообще очень даже. На постоянно ДПМЖ. Хорошо. Окей, 82 кило, окей. Согласен. Да нет проблем вообще. Ты что у нас тут, по имени совпадаешь даже? И по номеру? Да вообще молодец. Здесь дата хорошая, здесь тоже меня удовлетворяет. Короткие кудри, похоже на них. На постояночку, хорошо. Давай здесь проверим. А вдруг липа? Или проверял уже? Я не проверял, не помню. Ладно, все нормально. У тебя все нормально. ОФ Шинглтон. Погоди секундочку. А, Шинглтон? Да, да. Хорошо. Мужчина, и все у тебя окей. Мужик, ты поезжаешь. Хорошо. Давай, на. На. А ты транзитом, да? Не, постоянно. Хорошо, давай, на. Это было просто, а что тут сложно? Ты же не в розыске. Вот если ты был в розыске, это было бы сложно, капец. Тебя бы после... О, здорово! Дед, здорово, я читал газету. Да, привет, Джорджи. Что-то Арстоцка с ума сошла. Может, тебе стоит уехать надолго? Арбистран хорошая страна, сразу не на север оттуда. У нас паспорта отобрали, мы не можем уехать. Знаешь, это плохо, знак. Плохой знак, погоди, я знаю одного парня. Нихера себе, нужен паспорт Арбистрана, ты ему просто дашь настоящие паспорта, он работает, а данные меняют на твои, я это все в своей шкуре изучил. Нихера себе. Умеренные цены, все дела. Хорошо, я сохраню. Окей, спасибо. Спасибо. Условия на обороте. А где оборот у тебя? Паспорт 20 копеек, пропуск 5. Клиент представляет подлинный паспорт, в него будут внесены изменения. Хорошо, хорошо. Окей. Спасибо, дед, спасибо большое. Давай-ка я тебя прошмонаю быстренько. Ну, чисто так, по-дружески, даже особо не буду всматриваться. Так, доверюсь системе. Все нормально, все нормально. Так, тут у нас что? А тут у нас вот это. Давай уже. Да. Жоржи? Ну, Жоржи. Первое, тролливали, лысый. Да факт, что он лысый, 66. Подрос, не подрос за последнее время ты. Нет, ты остался того же роста. Окей, все нормально. Арбистран, мужчина выдан скалом. А где тут этот долбанный Арбистран? Абистран, как я его люблю называть. Скал. Да, ты вообще сегодня... Молодец, всегда бы так. Всегда бы так. Отлично, давай, иди.
Срок 2 дня, транзит. А ты не соврал мне насчет срока? А ты мне ничего даже не сказал насчет срока? А я ничего даже не могу здесь применить, да? Ничего не могу. Ну ладно, похер. Ты, я и тебе и так пропущу. Ты молодцом. Давай, на, спасибо. Еще раз спасибо. Слушай, знаешь чего? Чего? Возьми мой паспорт. Я другой достану без проблем. Нихера себе! Вот это здорово. Запомни все, что написано, и отдай, если дочитал. И мне неприятности не нужны. А-а-а. Запомню, клиент представляет подлинный паспорт. Да-да-да. Спроси Тимофея Ви. Да, хорошо, на. Окей. В Арбистране в это время года очень красиво. Снега много, не знаю, где найдешь еще паспорта для семьи, но ты же умный, придумай что-нибудь, удачи тебе. Спасибо, слушай, Жорж, спасибо, ё-моё. Молодец. Что? Паспорт изъят незаконно. Да пошло в жопу мне. Ты чё? Так, цель поездки какова? Собираешься здесь работать? Ага. Подлинность визы. Я тут останусь на один месяц. Продолжительность визы. Так, хорошо, хорошо. Давайте я быстренько прошмонаем. Ты вроде... А, нет, какой прошмонаем? Алло, привет. Здорово. Я тебя поймал. Как это нет связи? Вот с этим есть, значит. Во! Здорово, родной! Эй! Мне нечего сказать, мне есть чего сказать. Садись, присядь, посиди, отдохни в самом деле. Чё ты напрягся так? Давай, пройди быстренько. Давай следующего. Здорово, хоть одного взяли-то, а? Привет, тетка. Ты что делаешь? Какова цель? В гости. Ого. Цель визи... продолжительность на несколько месяцев. 3 месяца. Ну, допустим, 44 килограмма. Что-то совсем худенькое. Вообще капец. Эфиопка, что ли? Бег на длинные дистанции тебя интересует? Нет? Сейчас проверим еще и по фотке, а то она какая-то у тебя не особо совпадающая. Или клумбы нет на голове. Ладно, нет клумбы. Допустим, это у тебя все нормально здесь. Тебя привили, и ты у нас безопасная. Можешь проезжать, если проедешь по всем остальным пунктам. Так, хорошо. Да вообще отлично. Ага, 30-12, я уже думал поймать тебя на этом. Но нормально, нормально, все окей. Энергия из Глориана. Погоди. Одну минуточку. Глориан, да, да, окей. Все у тебя сходится. Женщина. И это, и то, и все дела, в общем. И печать нормальная. Ну, в общем, тетка, давай проезжай, наверное. Давай, да. Пожалуйста, милости прошу. Следующий булками двигает быстрее, потому что я не успеваю накормить жену. В прошлый раз не кормили. Привет. Ты нифига себе, у тебя булки, блин, ты мне попробуй еще подвигай. Работа. Продолжительность визита. Ага, работа. Думаю, 14 дней. Так, какая нахрен работа, когда вот написано в гости? Алло, гараж, ты слышишь меня? Или нет? Что это такое? Где твоя рабочая виза, а? Да, конечно, я просто в гости. Ах ты сволочь, блин. Хватит меня вводить в заблуждение. Я этого не люблю, могу и посадить. Надолго. Я, кстати, не знаю, насколько их сажают, но желательно подольше. Чтобы они второй раз мне не приходили с тем же, с теми же самыми проблемами. Так, 81. Хорошо. Давай-ка здесь, Наташа. Наташа. Эх, Наташа, блин. Давай, давай. Быренько, быренько, проверяйся. Ну, вот так. 83, 11. Так, так, так. Хорошо. Да, я понял. Стройная фигура. Какая к черту стройная фигура? Ты себя видела в зеркало? Алло. Здорово. Какая, как вы можете уверены? Давай отпечатывайся быстренько. Блин, я должен пропустить тебя. Давай! Зараза. Вот, 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 вот. Опа! Арест, арест. Я тебе говорю, арест. Это арест. Я просто ничего не знаю. Я просто тоже ни хера не знаю. Давай арест. Ребята, быстрее булками двигайте. Что-то меня так напрягло. Это дело все под конец. Ну давай. Давай, давай, следующий. Я тебя должен обработать. Давай, 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 бегом, бегом. Эх, ты бы попала под сводки, я бы тебя посадил быстренько. Что? Транзит. На 2 дня. Хорошо, останусь на пару дней. Хорошо. Ой, ё-моё. Давай, бегом, 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 бегом. Нет. Нужен, 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 нужен. Ай, хорошо, хорошо, столбняк, у тебя все есть. 2 дня, 58 килограмм. Прическа каре, хорошо. Короче, похер. Задницу. Ты у нас откуда? Сан-Глориан Республика. Ладно, насрать, нормально, проезжаешь. Либо пан, либо пропал. Все, поехали. Все, до свидания.
сука! Эй, срок истек. Ладно, ладно, ну тут было, да, действительно. Нарушение правил, замечание, последнее замечание без штрафа. Все. Я закрылся, алло, гараж. Я закрылся. Еще один теракт подготовили какой-то. Заразы ты, а? Привет, ты даже не в розыске. Папа, я тебя люблю. Симон Ванс, я знаю не больше месяца, я знаю, что он приедет сюда, я прошу об этом больше, но мне важно, пропустите его, если увидите, только сначала паспорт отнимите, я снова приду. Вы дадите мне его паспорт, и я смогу его выследить. Я заставлю его мучиться так же, как мучился из-за него, мучилась Юлия. Подожди, взгляните на это, Симон Ванс отнял ее у меня. А, блин. Это ты следующий, Венс, да? До свидания. Короче, я так понял, надо паспорт изъять и тому дать мужику. Симона Венса. Он, конечно, убийца детей, но да. Я особо-то не приверженец самосуда, но тут такое дело. Зараза такая, ты зачем ты мне вот это вот, тебя вот это вот так делать-то, а? Проверять еще, когда уже все закончилось. Подожди, ты не в розыске? Да блин, не в розыске. Ладно. Сейчас мы тебя по всей строгости. Окей. А здесь? Я же найду, к чему прицепиться, ты же знаешь. 3 года, столбняка сделала все. Ладно, окей. Ты у нас на ПМЖ. Анна Чулкова. Анна Чулкова. Волосы прямые, согласен. Есть такие, одна штука. Женщина, Шинглтон, ОЭ. А ну-ка, давай. Да погоди, что ты делаешь? Да. Ну, есть такое, да. Почем тебя еще проверить-то, а? Нет, тебя отдавать не надо. Почем тебя проверить-то? Постоянно, ну, да. А ты на... На что мне сказала-то, а? Твоим мужем будешь здесь жить. Ну, живи, я тебя прошу. Я тебя же проверил по росту. Еще раз проверим. Так, первое, четвертое, хорошо. Ну, вроде все нормально. Я так понимаю. Значит, ты проходишь, Анна Чулкова. Давай. Чулкай отсюда, давай, чулкай. Давай. Это было просто. Да, ну как тебе сказать просто? Ты не должна была, в принципе, вообще мне на глаза показываться сегодня. Просто ей было это. Сын болеет, нужно лекарство. А ваша жена нашла старую семейную фотографию. Вы можете бежать в Арбистран в одиночку. Как связано это? Ваша жена нашла старую семейную фотографию с тем, что я могу бежать в одиночку в Арбистран. Я не хочу бежать в одиночку. Я конфискую еще паспорта, наверное. Мы будем бежать вместе, если что. Голодает и болеет. Так, но не мерзнет. Блин, я... Бежать в одиночку, переехать в класс 6. Не могу я никуда переехать, короче. Не будем. Обижать, конечно же, нет. Я семью не брошу, вы что? Блин, а это получается, если все вместе бежать, то мне нужно жене еще паспорт, теще еще паспорт, племянница, это уже 3, и сыну, и дяде, япона мама. 2 мужских и 3 женских. Мне надо еще паспорта. Это вообще бабла надо еще нагрести, а? Нихера себе. Надо работать лучше, слушайте. Вообще офигеть, я же не смогу убежать все вместе. Ладно, ладно, будем стараться как-то. Как-то будем выгребать на этом всем. Ладно, пойти спать. Препятствия на пути каличанских решений. Спорный город стал причиной раскола. Спорный город, блин. Ну ладно, может я в класс 7 обратно переберусь, или 8, какой-то там класс, я смогу перебраться еще. Эх, блин, я не знаю, как-то чуть туго стало, еще и меня подставили там немножечко, ну ладно. С этим всем мы будем разбираться уже в следующей серии. Тут у нас уже наступило 22 декабря, а мне сказали, что слушание назначено 24. Меня посадят или не посадят, я не знаю, что. Если кто знает, пишите, буду очень признателен.
На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. И бай-бай!